Друзья, всем привет! Сегодня ролик для отцов, и я хочу рассказать свой персональный топ-10 советов по взаимодействию папы с малышом. Часто бывает так, что отцы боятся подходить к своим малышам, боятся их пеленать, укутывать, кормить. И это нормально. Дело в том, что роль матери и роль отца сильно отличаются друг от друга. Но роль отца также важна, как и роль матери. Просто отец в первую очередь должен быть авторитетом и примером для ребенка. Поэтому наша основная задача – это не пеленание малыша. И именно для того, чтобы немножечко разъяснить этот момент, я и выделил свой персональный топ-10, о котором сейчас расскажу. Поехали! Первое и самое главное – относитесь с уважением к матери своих детей. Дело в том, что дети подрастают, видят отношение отца к матери и часто копируют такое поведение в дальнейшем. Второе – как можно больше времени проводить со своим ребенком. Малыш растет, и когда он станет совсем взрослым, скорее всего, он покинет родительский дом, а вы можете пожалеть об упущенных возможностях и о том, что вы очень мало времени уделяли своему малышу. Третье. Отмечайте успехи своих детей. Как можно реже их ругайте, поверьте, иногда достаточно сурового взгляда отца, чтобы ребенок все понял. Отмечайте все их победы, хвалите их за хорошие достижения, им нужна ваша поддержка. Обязательно слушайте своих детей. Старайтесь это делать с самого младенчества, тогда вам будет проще понимать своего малыша в более старшем возрасте. Возможно, вы быстрее разглядите таланты в своем ребенке и наставите его на верный путь. Так что обращайте на это внимание. Обязательно подавайте хороший пример. Как я говорил ранее, отец является примером для подражания у малышей. Неправильный пример – неправильное подражание. Читайте книги своим малышам, прививайте любовь к книге у детей с самого детства, а также учите их фантазировать. Отец как наставник лучше всего подойдет на эту роль, серьезно. Как можно чаще обнимайте своих детей. Малыши нуждаются в ощущении безопасности. Папа в их глазах должен быть самым сильным и бесстрашным. Кроме того, это лишняя возможность проявить свою любовь к сыну или дочке. Поддержите дисциплину, учитесь быть строгими, но не выходите за рамки. Старайтесь не наказывать малыша, а объяснять ему, что плохо, а что хорошо. Прививайте у малыша уважение к себе, но ни в коем случае не пробуждайте в нем страх. Это важно. Старайтесь по возможности принимать пищу совместно. Это еще больше укрепит ваши отношения с малышом, вы сможете с ним больше общаться, а также решать какие-то семейные проблемы и быть в курсе всех сложностей вашего ребенка. Демонстрируйте ответственность и честность. Этот вопрос опять же связан с подражанием малышей и их родителям. Ну что, папы, надеюсь, мой топ-10 кому-то пригодится. Если вам понравился этот ролик, то обязательно поставьте пальчик вверх. Не забудьте поделиться этим видео с друзьями, а также подписаться на наш канал. Ну а я и дальше буду стараться рассказывать вам про различные полезности. Так что заходите и смотрите. До новых встреч. Пока-пока.